В историко-культурном центре идет подготовка к выставке «Куклы советского детства», которую гости смогут посещать с 10 марта. Всего более 20 экспонатов, которые по крупицам собирались авторами экспозиции. Сегодня она идет к нам самостоятельно, уже в приличном состоянии, на выставку. Два местных творческих объединения «Волшебная шкатулочка» и «Галерея абажур» около 3 месяцев собирали кукол советского периода. Многие из них были в плохом состоянии. Участницы клуба заново шили игрушкам костюмы и обувь. Реставрировали лица и волосы. Сейчас дети, которые практически все в телефонах, им будет интересна такая выставка, посмотреть, вот что, в какие куклы играли их бабушки. Можно сказать, что это куклы бабушек. Некоторым экспонатам более полувека. Самой взрослой кукле Маше 60 лет. У нее крепление очень интересное. Мне пришлось ее реставрировать в натяжке резинок. Там всего вот, даже боялась, что перетяну, потому что если вот в этих пластмассовых наших куклах, которые 60-х годов, у них можно продеть резинку и завязать спокойно. Тут крючки, и боишься, что крючок этот сломается, потому что он настолько уже древний. Помимо кукол на выставке представлены игрушки тех лет. У посетителей историко-культурного центра появится возможность не просто посмотреть на экспонаты. Экскурсоводы будут рассказывать об истории кукол советской эпохи. Мы хотим пригласить всех жителей нашего города и гостей нашего Ленинского городского округа для того, чтобы они познакомились с этой выставкой. У нас работает и параллельная художественная выставка, поэтому это будет интересно очень многим. Организаторы просят жителей округа, если у вас остались подобные вещи, делитесь ими. На время проведения экспозиции они гордо займут место на витрине. Сама же выставка продлится месяц.